привет. У тебя все норм? Лучше некуда. Они похожи. Тебе туда? Тихо, тихо, успокойся. Опять обдолбанный. Сегодня я... Я пришел, чтобы с вами попрощаться. Деньги — это деньги. С ними, блядь, не шутят. Слушаю. Ага. На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. Отлично. Эй, с тобой все нормально. Сколько ты за это хочешь? А? Да, мне надо сегодня. Джонни, подожди! Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Ты хочешь, чтобы я сдался? Это очень в твоем духе. А знаешь почему? Потому что ты всегда был тряпкой, Керри. Хочешь, дам тебе совет в память о старых временах? Кончай, блядь, себя жалеть. И начни двигаться дальше. Ты опоздал. Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу кипит. Залез... Сильверхенд. Привет, шайтан! Поднимаемся. На, надень. И не снимай, понятно? Цель в зоне обстрела! Включай огонь! Брать его! Джонни! Шайтан! Принял! Я нашла точку доступа. Джонни, ты помнишь план? Мы несем груз в лифт, активируем, отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент, башня валится, хаос, вопли, рок-н-ролл. Времени на отход будет мало. Вылезай, ну! Подключаюсь. Это что? Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Мёрфи, ты достала уже? Хватит шариться в базах. Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже, кто вписал этот манифест? Угадай с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит не Транер. Вперед! Приготовиться! Эй, мне кого-нибудь оставь! Боец убит! А! Сдохни! Мёрфи? Искала в наперстках и здравых умах, гонялась с надеждой и вилкой. Как там называлась бомба в Бушидо-2?
Кончай! Нам надо сваливать! Демолитрон! Ну, погнали! К вам идет спецназ! Сбей ты уже из лифта! Стреляй по кабелям! Прогревайте двигатели, мы возвращаемся! Так, это еще не все. Надо скормить это их под сети. Сука, ну конечно! Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это все ради твоей ебучей фанатки. Прости, бестия, тебе не понять. У тебя 4 минуты. Ни секунды и дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я взломала дверь. К тебе идет еще отряд. Обожаю тебя. Да все меня обожают. Сука! Нам нужен смешер. Несем большие потери! В укрытие! На куски порву! Позиция опустела! Займите! Я рядом с точкой доступа. Подключайся. Классный ледокол. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол под сети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина, без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина, мы в телевизоре. Неизвестная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Arasaka Tower. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, «свалить памятник корпоративному колониализму». Конец цитаты. В ответ мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Arasaka Tower. Все готово. Теперь уходи. Они поднимаются. Беги на крышу! Черт, это Адам Смешер! Джонни, беги! Мёрфи! Двери заперты, но долго не выдержат. Беги, Джонни, вали оттуда. Мэшер. А я говорил, малыш. Говорил, что я тебя однажды прикончу. Хай, мада иките имасу. わかりました。向かいます。Попробуем еще раз. Кем были твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А че это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Какой террористической организации вы принадлежите? Как вы добыли взрывчатые вещества? Привет, дедуля. Я тебя знаю.
Хадзусы. Чоксатсуханасюсур. Смотри-ка, у меня получилось. В этой башне погиб мой муж. Но бывает участь страшнее смерти. Я не хотел, чтобы он погиб. Назе, кону юнакоту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Хито ва усо цуки, дзивун дзисин о азамук. Дага ся ва чига. Ся ва юбен дага, карера ва кеште усо о цуканай. Сися но котоба нива, Сцумасисангар. Хаджимеро. А ты... ты кто такая? Она тяжелее, чем кажется. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. Арасака-сама, ото-сама, но сацугай-хан мицкемашта. Коно онна де мачигаэримасен. Хай. Идти-дикан-гони-вацку. Помогите. Тихо.
Аксу Хидуньойта. Ты слышишь меня? Мне нужна помощь!地獄に落ちろ! Только не теряй сознание еще раз. Не закрывай глаза. Черт. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть триперы, которым ты доверяешь? Вы были в камбэке Плаза. Мы должны ехать к риперу. Быстро. Виктор. Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь. Ладно, ладно. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику Мисти. Рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха, но не слишком глубоко. Между лимфоузлами под мышцей должны быть дополнительные нейропорты. И если я поврежу вену, она умрет. Как и в случае, если вы ей не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите ее. Так, переносим ее. Я не могу. Мне надо отдохнуть. Это твоя кровь? Мисти! Давление падает! Это нейрогенный шок. Она умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет.
Есть риск, что... Я знаю, что делаю! Основная цель – защищать благополучие моей семьи и моих работников. Именно поэтому я принял решение удвоить контингент нашей службы безопасности в Найт-Сити. Президент Майерс назвала это нарушением Арвинского пакта и провокацией против всех новых Соединенных Штатов и Милитеха. Скажите, что такое убийство моего отца? Разве... Как она там? Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Ви, ты меня слышишь? Как больно. Как себя чувствуешь? Не знаю, Вик. В ушах звенит, и всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка, давай, пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон и понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. А потом... Только не смейся. Я подкладываю бомбу под Арасака Тауэр. Было бы над чем смеяться. Они убили меня, Вик. Мне было так страшно. Все было по-настоящему. Не как во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. На твоей щепке конструкт личности. Ты видела его прошлое. То есть я вижу воспоминания другого человека? Как так получилось? Не знаю, как это произошло, но теперь вы двое связаны. Двое? Я и кто, Вик? Кто второй? Джонни Сильверхенд, террорист. В моей молодости все в городе его знали. Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Говори. Биочип — это... Это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум пара недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание. Он будет работать, пока не получит контроль над твоим телом, и тогда ты просто исчезнешь. Ви, это важно. Ты меня слушаешь? Ты же меня починишь, правда, Вик? Да я бы рад, Ви, честное слово. Но это... Это выше моих сил. Ты же лучший из лучших, Вик! Почему ты не можешь мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Вот ты говоришь, тебе осталось недолго. Ты исчезнешь. С чего бы? Докажи. Декс, тебя застрелил, правильно? Пуля повредила твой нейропорт и твой мозг. Биочип реанимировал тебя, потом закоротил и начал выгружать данные тебе в мозг. Он посчитал его пустой скорлупой, понимаешь, в которую можно скопировать энграмму другого человека. Пустой скорлупой? А я тогда где? Я же вот она! Да биочип не читатель. Биочип писатель. Голова у тебя болит, потому что он меняет нейронные структуры, понимаешь? Он убивает старые нейронные связи,
чтобы создать новые. По его мнению, ты и то, что от тебя осталось, это опухоль. С ней надо бороться. Вик, ты же всегда мне помогал. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй, что делать. Пожалуйста. Вик. Если б я знал, малыш. Мисти. Ты слишком много хочешь от такого дедули, как Вик. Пойдем, я отвезу тебя домой. А потом он умер. Я подумала, что тоже сейчас умру. Там, во сне. Сон — это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпалась. Я же могла просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри, это твои таблетки. Омега-блокаторы, принимая регулярно, они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. Псевдоэндотрезин от меня. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. Мне нужно лечь. Ах да, последний подарок. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. Обещай мне, что поспишь. Ты очень хорошая, Мисти. Спасибо. Отдыхай, Ви. Сладких тебе снов.